Самое время прогноза погоды в студии Виктория Черникова. А в центральной части свои подснежники, откопанные автомобили. И, кстати, в ближайшее время снегом их не накроет. На севере и в центральных областях без осадков. В Архангельске минус 8, у наших западных границ в Калининграде минус 1. В центре температура повышается, в Туле минус 5, в Смоленске минус 2 и местами уже снег. Но не такой сильный, как в Черноземье. Самые сильные снегопады в Белгородской и Курской областях. В Орле и в Воронеже минус 2, тоже со снегом. Солнечное и морозное на Средней Волге, в Самаре и в Саратове минус 8. На юге осадки местами сильные, в Сочи плюс 13, в Севастополе плюс 9. В Петербурге и в Москве погода одинаковая, местами снег и минус 3,5. О погоде все.